Впечатляющие моменты, незабываемые эмоции испытали все любители футбола. Масштабный праздник футбола состоялся в Щелкове. Более 500 участников, свыше 30 команд со всей России встретились на стадионе «Медвежьи озера», чтобы продемонстрировать высокий уровень игры, мастерство и определить лучшие команды всероссийского детского турнира «Планета футбола». Футбол в Щелкове популярен как среди взрослых, так и среди детей. На сегодняшний день в округе тренируется более 100 детских команд. Для городского округа Щелково всероссийский турнир «Планета футбола» – новое и значимое событие. Оно собрало юных футболистов из Москвы, Вологды, Тобольска, Коломны, Зеленограда, Сергиева Посада и других уголков России. Этим летом мы решили организовать турнир в своем стадионе. Первый год. Ну, надеемся, это будет ежегодный, летний. Команды были разделены на группы по возрастным категориям 2012, 2011, 2010 и 2008-2009 годов рождения. Это позволило провести справедливые матчи и определить победителей в каждой группе. В рамках турнира проходили матчи по системе «каждый с каждым», что дало возможность командам продемонстрировать свои навыки и получить опыт игры с разными противниками. Первыми в борьбе за победу в футболе 8 на 8 встретились 8 команд 2012 года рождения. Среди них 4 щелковских. Спортивный клуб «Медвежьи озера», спортивный клуб «Медвежьи озера 2», футбольный клуб «Винторус» и спортивная школа Олимпийского резерва «Щелково». По результатам трех игровых дней сильнее оказалась команда спортивной школы «Спартак Орехово», которая заняла первое место. Второй оказалась команда спортивной школы Олимпийского резерва «Броницы», третий – футбольный клуб «Легион». Турнир стал для футбольных болельщиков настоящим праздником. Зрелищные и яркие моменты держали в напряжении зрителей на протяжении всех матчей. Наиболее интересные игры 11 на 11 выдали среди подростковых команд 2010 года рождения. Исход сразу трех матчей за пятое, третье и первое место решался серией пенальти. Понравилась вот эта вот игра, вот самая такая лучшая, экстремальная, наверное. Вот та же самая серия пенальти, это тоже нервы, лотерея. Серия пенальти в футболе – одно из самых непредсказуемых событий в спорте. Здесь остается только положиться на удачу и поддержку болельщиков. Вперед, родной! Мы за тебя всегда горой! Любая команда чувствует поддержку, она играет лучше. Поэтому мы вот дошли до полуфинала. Для юных футболистов важно видеть и чувствовать поддержку не только родителей, но и тренера, который направит на путь к успеху. Это труд, упорство, тренировки. Ну, соответственно, слушать тренера, он плохого не посоветует. Он хочет обучить, хочет научить. Соответственно, если все это будет как бы выполняться, соответственно, как бы все это придет. И результат тоже самое, само собой придет. В группе 2010 года рождения победу одержала команда «Зеленоград-1». Второе место заняла спортивная школа «Сергиев Посад», третье – «Багратион». Хорошую игру и результаты продемонстрировали юные футболисты из Тобольска, Ногинской электростали, Москвы, Иркутска и соседнего Лосинопетровского, которые сразились за призовые места среди юношеских и подростковых команд. Среди команд 2008-2009 годов рождения золото завоевала команда из Ногинска, серебро – спортивная школа Олимпийского резерва «Кристалл Восток» из электростали, бронзу – Иртыш из Тобольска. В турнире по футболу среди подростковых команд лучшим стал футбольный клуб «Платинум» из Москвы, соседи из Лосинопетровского стали вторыми, а юный динамовец из Иркутска – третьим. Тебя лично, от родителей, от всех зрителей, от «Медвежьих озер» поздравляю вас, ребята. Такой прекрасный турнир, в котором мы участвовали. Особенно мне хотелось бы отдать дань уважения тренерам, родителям и ребятам с Иркутска, с Вологды, которые приехали вот откуда издалека на наш турнир. Всероссийский детский турнир «Планета футбола» проходил на высоком уровне. Были организованы трансляция матчей, видео и фотоотчет игр, работа информатора, медицинский персонал, проживание и трехразовое питание. Хотим выразить большую благодарность организаторам турнира за то, что позвали нас сюда. Мы здесь первый раз. За организацию, за гостеприимство, за все оказанное здесь. Все участники всероссийского детского турнира «Планета футбола» были награждены медалями. В каждой возрастной группе призеров и победителей наградили кубками, лучших игроков – статуэтками и памятными призами от организаторов. Турнир не только стал своеобразной ареной для соревнований, но и местом, где дети могли обменяться опытом, подготовиться ко второму этапу первенства Московской области, завести новых друзей и просто насладиться игрой в футбол. Все участники остались довольны результатами турнира и с удовольствием примут участие в нем еще не один раз. Евгения Корытько, Анна Балиет, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.